Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, подписчики, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Новая карта FNAF 3, которую я видел только сегодня утром, ее сделали, свежачок. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Рубрика «Аниматроники пугают охранника», FNAF 3 кооп. Ну что, пацаны, это будет очень жестко, потому что я буду использовать только последний новый пак, который мы скачали недавно. А он мочит сразу трех, могу показать. Вот так вот. У вас даже у всех анимация была одинаковая. Так что... это было очень классно. Короче, что мы делаем? Какие правила? Я могу убрать с этого пака. Я не могу их атаковать в этом режиме. Я могу атаковать только когда переключусь. А это есть анимация. Они за это время могут убегать. И теперь я очень злой. Да, я могу даже бегать. Так, а это анимация у нас. Так, а это я каким становлюсь? Рахитом становлюсь. Смотри, как я бегаю медленно. Такой звук прикольный. Так, пацаны, давайте покажем, что у нас тут внутри. Пацаны здесь обустраивались, поставили себе РТ-камеры. А ну-ка, попереключай, покажи, что у тебя здесь. А, даже кнопки сделал, нифига себе. Ну, смотрите, прям красавчик. Так. Короче, здесь на карте есть шкафы. Если в него зайти и закрыться, я убивать не могу. Сейчас я вам быстренько покажу карту. Даже скачали мод на двери, теперь можно двери ставить любые. Открывать, открывать, закрывать, говорю. Так, подождите. Что-то не... кнопка заедает. Не? А ну, откройте, пожалуйста, пацаны, дверь. А, они у вас медленные. Понял. Так, ну что, будем тогда начинать. Сейчас я, конечно, очень быстро бегу. Возле меня не ходи, я буду сразу убивать. Сиди у себя в будке там. Так, что-то я ходить не могу, я застрял в нем. Так, пацаны могут использовать оружие. Не могут использовать только взрывоопасное. Говорю, не ходи, возле меня я очень злой. Так, этими аниматрониками я не могу убивать, я могу кидать только скримеры. Все, у него сейчас... он ничего не видит какое-то время определенное. Я могу издеваться над ним. Еще раз даже кинуть. И он не знает, куда бежит. Заблудился немножечко. Только этого есть другой режим? Нету. Так, пацаны, вы тут своего забыли. Он не может зайти теперь. Хорошо, хорошо. А что ты оружие? Мочи меня, у меня 10 тысяч жизней. Я же не могу тебя убить, а ты можешь меня мочить. Я буду немножко шкериться. Блин, классно, что когда нажимаю Shift, он летает. И очень быстро летает. Куда они стреляют, непонятно. Круто. О, давайте, если будете меня замораживать, я не могу двигаться. Прикольно, кстати. Во, все, я не могу двигаться. Вместе с этим челиком. А, заморозили, заморозили. Так, беги, беги, беги. Сваливаем, сваливаем. Так. Ах ты жопа, увидел меня. Ха-ха-ха, сам себя убил. Неплохо я их мочу. Так, вон еще один челик. Давайте покажу, как появляется Фредди. Бонни, Бонни. Он вылазит прям с этой штуки. Так, я другой режим беру. Я маску скинул. О, я могу проваливаться. Все, они меня не видят. Так, 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 а где же я? Чик. Ой, что-то я наполовину появился только. Чик. Ушел. Так, бегает, бегает, ищет меня. Блин, так еще ни разу не играли. В этом прикольно. Какой-то мод такой интересный очень. Чик. Ушел. Чик. Появился. Скример тебе кидаю. А я могу лечь? Я могу тихонько ходить. Классно, кинул скример и убежал. Он даже не знает, где я. Эй, а почему у меня жизнь не тратится? Я же еще не появился. Расшатывайся, быстрей. Бум. Ты на кого батон крышишь? Я вылажу. Опа, я здесь. Плохо не могу. О, я прав... о, офигеть. Так, за ним идем. Так, 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 так. Классно, я под землей могу за ними наблюдать. Давайте полетим в их офис. Так, где ихняя будка, я помню. Нет, не здесь. Я могу вообще по всей карте перемещаться. Сквозь пространство и время. Так, сидят, сидят в будке. Опа, а тут я появляюсь. Ой, по пояс. Запара небольшая. Вот так вот. Чпонькс. И через дверь вам скример кидаю. Ничего не видите в это время. Эй, ты чё стреляешь? У всех аниматроников... ого, я горю! Нифига себе! Я и тебя подожгу сейчас!
Классно запрятался. Так, а где я? Ищет меня. А меня нету. Шпонькс, а я тут. Побежали. Так, черт возьми, где он? Он же здесь был. Я могу скример кирать через полы даже. Ну нафиг, отвали. Не, жизнь, кстати, не тратится, когда я под полом. Круто. Так, надо какого-то маленького взять. О, металлический робот. Вставай, мужик, тебя мочат. Да ладно, я не могу ничего сделать. Да хватит завораживать. Алло, мужики, мочат. Так, давай, растаивай. Заморозили моего терминатора. Оживай. О, он оживает. Так, ты чё на кого батон крышишь? Я не могу даже двинуться. Он мочит. Вот это убийца идет. Ну что, пацаны? Странный звук он издает. Подождите, а есть другой режим? Эй, ты что делаешь? Так, сидим, пацаны. Давайте сделаем от первого лица. Ты что, меня увидел в шкафу? А жизни не тратятся-то. Тратятся. Не ходи здесь. Так, я вышел погулять. Ты чё морозишь? А чё со мной? Я замер, пацаны. Ха-ха-ха! Чё такое? Ты чего? Двоих сразу. Я не могу лазить, вот в чём прикол. Не могу, и не знаю как. Так, пацаны идут, я слышу. А чё меня не мочите? Ого, бензопилой в жопу! Ты чё делаешь? Я даже не могу двинуться! Блин, они меня сверлят! Мочи их! Нифига себе, ты меня убил! Так, хорошо, давайте еще возьмем. Кого я не брал еще с пилпака третьего? Новые. Фокси! Фокси, лежим. Фокси, вылазь! Шпонькс! Ах ты жлоб! Классно, я провалился сквозь землю. Опа, и нет у меня. Шпоньк. Шпонькс. Беги, Фокси, беги. А! Я аж упал. Так, они меня палят. Шпоньк. Ты не зайдешь сюда. Так, заныкался. Никого. Шпоньк. На, сам. Ты сам себя убил. Давайте уже выйдет самый главный с FNAF 3. Вы что думали, самый умный? Выходит самый наглый из всех аниматроников. Так, я могу только в одном режиме их убивать. А, да дайте встать. А что со мной? Я не могу, я застрял. Так. Тут камера чья-то упала. Блин, что-то мне плохо. Что-то меня трясет сильно, что со мной? Аниматроник, оживай. О, пошли. Отлично. Ты знаешь, что... А, я не могу так убивать. Когда, пацаны, вы смотрите внимательно, когда начну перевоплощаться, лучше бегите, я буду всех мочить. Пока месть не могу, у меня жизни тратите. Отвали, я убегаю. Своего замочил. Так, челюсть выровнял. Досверлился. Я когда перевоплощаюсь, у меня жизни пополняются.
Да смотрите, опять пришел. Я ж уже теперь мощный самый. Теперь вы должны убегать, ребята. Не могу мочить тех, кто в шкафу. Тех, кто будет не в шкафу, буду мочить сразу. Так. Ищем всех. Вот это у меня бег быстрый. Я как они бегаю. Ты смотри. Так, давайте это... А! Заморозил! Да двигайся! А где он по мне стрелял это кабакой? Не подходи ко мне. Я очень жесткий. А, еще раз заморозил. Это замораживающие гранаты. Надо валить. Уже не достают. Ого, шар! Бум! На, нормально жахнуло. Ай! Я этот терминатор, могу через двери проходить. Все, ребята, теперь это моя пиццерия. А, нифига себе, у меня льда. Чик. Нормально, нормально, смотрим. Еще одна граната. А, блин, замораживает жесть меня как. Так, вали, вали, отвали от этого прохода. Они кидают гранаты. Я вижу, они ходят. Это моя пиццерия. Да как ты ее открыл? Это же моя. Закрывайся. Как он дверь открыл? Через стену, что ли? А, ну. Откуда там стреляешь, я тебя не вижу. Так, так, так. Все, я захватил пиццерию. Аниматроники сегодня хитрые. Никого не пускают. Умный человек бы так не сделал. А, сверлит. Я не могу его убить, да что такое? А, вот так, да, значит? Блин, в каком-то галимом режиме. Перевоплощайся. Да блин, пацаны, вы меня как-то зажали. Когда они меня мочат, я не могу перевоплощаться. Блин, отвалите! Вы меня растерли в порошок, я просто ничего не мог сделать. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас FNAF 3. Давно у нас не было рубрики «Аниматроники гоняются за нами». Диманчик, поздоровайся. Всем привет. Ну что, Диман, кто будет спамнить, ты или я, или одновременно? Выбирай третий вариант. Вместе. Давай легенько, а то мы сразу жестко начинаем. Давай с легеньких начнем. Ну, давай. Так, давай на улице поставим, пусть уже туда идут сюда. Да, давай. Так, ребята, пиццерия очень классная, большая. Ну и будем сейчас убегать. Так как это пиццерия FNAF 3, поставлю сразу спрингтрапов, Димас. Давай, а я Golden Freddy хочу поставить. Три штуки всего, больше не буду. Все, а и лечу вовнутрь. Спрингтрапов. Шесть штук спрингтрапов поставил. Диман, короче, поставил аниматроников снаружи, а лечу вовнутрь. Ага. И теперь они будут заходить, ну и что-то мочить. То есть они сейчас залетят и будут нас всех искать тут и убивать. Да-да-да, надо быть очень внимательным теперь, Димон. Так, давай тихонько тогда. Так. Они так... дверь умеют открывать? А, я не знаю. Сейчас узнаем. Нет, Димас, иди сюда, прикол покажу. Сейчас. Застряли, короче. Но сейчас я им помогу сейчас. О, спринт-трупы. Сейчас ты поможешь, что они нас убьют? Нет. Опа, смотри, какой. Мужик, ты чё? Может, он с этой части лестницу не умеет знать? В лестнице. Не умеет лазить просто по ней. А если я на улицу выбегу? О, пошел, наверное. Смотри, какой мужик дерзкий. Хочет меня убить. Вокруг хочет, машины. Хочет. Так. О, пошла. Нет, жара. А, это просто скример вылез. Давай, за мной, мужик. Так, о, я на улицу. Голден Фредди застрял, странно. Еще один тут застрял. Угу. Вот тут у меня точно не достанет. Ох, так. Давайте. О. А, видишь, Димон, блин. Ты не смог? Блин. Я не смогу, блин! Так, я буду добавлять. Мало. Меня вы не тут не достанете, я очень высоко. О, я знаю, кто может везде ходить. Я думаю, 4-5 штук хватит. Ха! Они меня не достанут, я тут залез на вентиляцию. Так, а я буду здесь. Фиолетовые челики пошли. О, пацаны, вы прикольные, кстати, челики, но вы Чпоньк. Меня не достанете. А чего вы не можете заходить? Так, все. Димас, беги лучше. А они не могут достать. О, давай. А! Откуда он взялся? Сзади. Так его не было! Во-во-во. Мочите Димона. Ты ж не можешь зайти, я знаю.
Ты завел его сюда! Где ты там заход есть? Такой фурный, где ты там? А, застрял что ли? О, они уже поднялись даже по лестнице. Может тебе помочь удалить эту кровать? Ой, этот стол. Так. А я дверь удалю, так будет лучше. Че ты мне не достанешь? Не достанешь, да? О, закрывайся, дверь! Закрывайся! В шариках застрял челик. Димон, я прищемил фиолетового человека, он не может пройти. Тут тупик, я бы умер. Так, Димончик, может ты мне как-то поможешь? А куда мне выдвинуться? А тут есть задний ход. О, я знаю, что надо сделать. Отвлек. Надо дверь открыть эту. Открыть дверь надо как-то. Она не открывается. Открыть как-то дверь, которая не открывается. Я, короче, удалю ее. Ребята, рискую своей жизнью, но я думаю, я выбегу. А, он просто не может пройти. Что, не в дверях дело. Ну и как выйти? Не знаю. Здравствуйте. Сейчас. Сейчас. Есть у меня идея. Блин, блин. О, я знаю, я кинул вонючую гранату. Держите. Они сейчас провалят. Ай, блин, вот это умный человек. Ого, меня колбасит. Я танцую диско, брейк. Вот это Спайдермен рулит. И вот мы видим, что мой тропейшн тут делает. Так, пусть напишут в комментариях, кого еще можно в следующей серии поспамнить. От кого побегать, так что пишите. Ребята, ну-ка попробуем. Марионетка. Марионетка проходит. Марионетка везде проходит. Я хотел ее в конце, но придется в начале. Да, потому что... Так, они за мной? Они по за мной. По всей пиццерии мы от них не поубегаем, от аниматроников. Только Дима сказал то, что марионетка по пиццерии умеет бегать, зашел в пиццерию. Димон, помоги! Я тебе ничем, Димас, не помогу. Помоги! Не-не-не. Во, вот сюда никто не пройдет. Марионетка застряла. За это, за дверью. А зачем ты удалил дверь? Беги! Я бегу, Димольчикс. Я тоже. Блин, она сзади? Тоже. А, ее нету. Надо. Блин. Иду себе по пиццерии, никого не трогаю. Маринетка за угла такая, на мне. О, вентиляцию, прикинь, залезла. А вот это Так, Димон, откуда-то она сейчас ко мне опять придет? За это можно и оштрафовать марионетку. Боже ж можешь! Я хотел, блин, я не ожидал, что она меня убьет. Марионетка, мочи его. Не-не-не, не надо. Во, еще одна. Давайте, окружили Димона. Вот засранки, а. Есть, ладно. Я на машине буду стоять. Смотри, тоже. Опа. А, чуть-чуть, а все так, в принципе, не неплохо, да, было. Что? Так, давайте к нему, не за мной. С тобой. Марионеток спасу. А меня? Марионеток, значит, спасаешь, а меня нет. Вот так вот, смотри, спасай всех. Димас, нет, не надо, не. Успокойся. Да я чуть-чуть, Димон. Нет, смотри, да. С краешку. Я убегаю. Димас, твоя штука меня подкинула, ты видел? Да. Ой, убилась. Так мы не увидим танцульки. А, зато мы увидим смертельки. Кстати, тут где-то в пиццерии марионетка застряла, аккуратно. Так, ищем ее. Потому что на меня скример на лице. Так, значит, где-то на первом этаже по любасу залипла. Ищи. А вот она, Димон. Где? Я пошутил. Понял тебя. Нету никого. Она на первом этаже, скорее всего. А может, где-то на улице залипла? Так, сейчас найдем по любасу. Скорее всего, она где-то на входе. Да, Димас, она на входе, в пиццерии. Так. Она в стене, короче. Иду со всей силы. Purple Guy и марионетка, они в стене позастревали, короче. Иди сюда. Бегу, На этот прикольчик. Да вот я на входе, нету. Нет, ты на другой вход иди, на главный. Другой вход иду, главный. Самый главный, с кассой. Самый главный вход. Да, не черный вход. Не черный, понял. Да. Ну, с парадного прям иди. Опять, летал, пришел в тот же самый проход. Сейчас бывает. Вот. А я иду. Манерионеточку мочить фиолетового челика. Смотри, скачет. О, смотри, что чудит. Говорит, я брейк не умею лобать.
Она там руками что-то вытворяет, да? Это, короче, новый танец, марионетки. И челека фиолетового, смотри. Сразу. Бум! Да, его вообще не вас как будто пинком отшибет. Чего? О, да я ногу ударю. Ах ты! Некого уже, Димас, некого. А чё вы ссыте ногой биться? На, на. Бей, бей, бей. Ты, Дима, думал, посрочно синяк на жопе оставил. Прикольно, я вон... О, всё, я ему в землю стопал. Димон, сейчас будет апокалипсиса. Сос. Давай-ка устроим такое. Так, а кого взять? Марионеточками? Нет. Жёстче. А два марионеток? Давай. Да, давай марионеток. Я думаю, это будет эпик. Они везде проходят. Так, когда будет лагать, я перестану. Я еще и на крышу бомбанул. Давай, все, Димас, погнали. Давай, поехали. Не-не-не, все. Ого, у меня скримеров, Димон! Два на счет три спрыгнем с крыши. Да я уже умер. Подожди. Я тебя жду, давай, лети ко мне. Да не-не-не. А, давай. Кто больше проживет внизу, давай, будет по-честному. Да тут марионетки уже на крыше. Давай, раз, так, два, раз, три. А где все? Все. Беги, Димон, беги! Бегу. Димас, это надо бы не хиопить. Давай, надо прыгать и бежать. Это машина вонючая. Кто ж дольше проживет, ребята? Кто дольше прыгает? Диман покемон кенгуру. Димас покемон. Нет, не навстречу. А, нет, ты не навстречу. Есть. Ну, я сейчас живу, ребят. Ого, их сзади. Блин, я так испугался. Вот теперь четко все. Все умерли? Да, все. О, теперь точно все. И все, привет, дорогие друзья, с вами Димас, King on Fire, Серега, Семка, пацаны, скажите крутые слова. Всем приветики, омлетики. У нас сегодня очень классная рубрика, аниматроники пугают охранника, King on Fire будет играть за аниматроника. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Мы поставили дверь, поставили кнопки, теперь мы можем двери открывать и закрывать. Все отлично у нас. Ну что, начинаем? Показали все, что можно и нельзя. Я не могу так зайти. У нас есть, пацаны, очень большой плюс. У нас очень много энергии. И камеры. Да, и по статистике эта карта очень интересная и всем нравится. Когда двухэтажная пиццерия FNAF 3. Кстати, уже один аниматроник к нам пришел. О, марионеточ. Это марионеточ. Вы же помните, что закрывать, да, можно здесь? Да, он через вентиляцию. Будьте внимательны, будьте внимательны. Так, Серега, чекай. Камерам не вижу ничего. Я буду проверять. Пусто. Пусто. Да, я буду кладцать, говорю, пусто, не пусто. Так, вроде бы пусто, да. Пусто. Пусто. Не густо. Не густо? Капуста. Пусто. Капуста. Какая капуста? Ну такая. Пусто. Густо. А где мы находимся? Подожди, где наша? Вот это получается наша пиццерия, вот это вот. Внизу, да? О, снова пришла. О, ушла. Ушла. Осторожно, осторожно. Мы где-то здесь, по-моему, находимся. Я тоже так подумал. Так, пусто. Не пусто. Очень густо. Выросла капуста. Нифига ж. Опа! Он начинает, ребята, нас немножечко троллировать. Так, я в ящик залезу, если что. А что нельзя... О, в ящик нельзя залезть? Надо две открыть. А, не, можно, можно. Ого, странно, тут мало места, где можно попасть в него. Кто там? А! И что, мы проиграли, получается? Я выжил. А! Да я же в ящике сидел, что жопа торчала. Ну блин, я же... Ну реально, ну сидел же хорошо себе. Твою лысую голову видно. Ну King on Fire, ну я же нормально все делал. Где я заспавнился? Офигеть, какой-то части карты стрёмный такой. Так. А! Да дай, не дай.
Откройте, пацаны, пожалуйста. Открой, открой, открой. Нет, закрой! Да ну блин! Да ну блин, ну King of Flower. Дай жизни как-то нам. Закрыто? Здесь закрыто. Это я иду, открой. А вдруг ты переодетый аниматроник, пароль? Вот, King of Strayer здесь. Ну пароль. Колобака, Димас. Правильно. Закрывай, закрывай. Закрывай. Ой, блин. Ну Серега, ну что ты так это... Да, о, все, успел, успел. Выгнал, выгнал его. Отлично. Давай, ты там посиди. Это у нас туалет там или что? Я так и не понял. Или просто унитаз. Коптерка? Унитаз? Так, надо нам включить как-то так камеру, чтобы мы его видели хоть с какой-то стороны. Я вижу его. Я его вижу. Вот он, вот он, вот он. Ты невидимый, но тебя видно через фонарик, поэтому твои попытки все тщетны. Он уходит. Он обиделся, пацаны. И написал, пацаны, написал когтями на окне лох. Открываю. Хитрозадый через вентиляцию хотел пройти, ну фигушки тебе, на тебе подзатыльника. Ну, иди он. Вот он, застрял походу, Дим. О, пацаны, может нам все вместе на лифте вниз спуститься, не пускать лифт? Да, можно. Я вызвал лифт. Едет лифт. Мы должны успеть. Быстрее, 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 заходите. Заходите, заходите. Заходи в лифт. Ладно, не успели, пацаны, я сам поехал. Что ж вы так долго? Все, я вас снизу-то жду. Я реально жду вас снизу, надеюсь, вы ко мне придете. А, он сломал механизм, короче, и застрял. Так ему и надо. А вы приедете ко мне? Возможно. Я нет. Так, блин, а что, ко мне аниматроник приедет? Я заныкался, он меня не найдет. Отличная нычка. Ребята, конечно, она настолько кончена, насколько это возможно, но я могу еще немножечко прожить. Серега, он точно ко мне спускался сюда, или ты пошутил? Да, вон, спускается. Все, он баллон боя взял. Ребята, я могу сейчас умереть. Ну, может, не умру. Так что ставьте лайк, осик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. И каждый лайк продлевает мне жизнь на 1 секунду. А, убил. Убил, я слышу. Ё-моё, я так дернулся чуть-чуть. Аж зачухалась шея. Вот это ты меня лупанул жестко. Так, а чё я спамню в каком-то месте странном? Так, Серега, ты где? Я с тобой, я с тобой. Так, закрываем двери. Пока. Я назад лифт вызвал. Молодец, Серега, молодец. Я вот так надо троллировать. Вот он я, ты что, меня? Ну так давай заходи. О, я не буду открывать, Я успел, Не открывай, он здесь. А, ты я же забыл, что маска есть. Ё-моё, я беру ее в руки. Я забыл, ребята, за маску, точно. Так, у нас нет камеры, которая буду Серегу видеть? Серегу, наверное, никак не увижу, не да? Не надо, Дим, не открывай, он здесь. Нет, я не буду открывать, я его боюсь. Так, это... угол круглого дома. Это выход. Так, это вентиляция, да? Так, это не та, которую я думаю. А где Серега? Вот Серега, есть. Я здесь. Так, Серега. Давай, открой и быстро. А я маску одену. Не, не надо. Я могу открыть и маску одеть. Давай. Я успел одеть маску. Так, смотрим на эту челепиздриху. Я вижу, я пацана даже закрыть. Все, снимаем маски. Вот он. Перевоплотился в маленького. Так подожди, ну что ты? А чё, не будет вниз спускаться на лифте? Я хотел лифт забагать как-то. Так, за кекса. Пошёл. В этой серии, конечно, слабовато он мочит. Я думал, будет пожестче, конечно, мочить. Ну ничего, мы очень умные. Три раза сдох уже. Да? Ну да. А, ну видишь, мало. Открывай ворота.
сети, да, открыть ворота? Я открыл и сдох. А, я в шахте. Какой ты в шахте, а? Ой, в шахте. В шкафчике вонючем. Открывай. Не открывай ему, не открывай. Закрывай. Так, я выхожу. Я тебя вижу какашкой. Ах ты, ну Серега. Я сел, я зашел. Сейчас он убьет вас, пацаны. Нет? Живые? Да. Офигеть. Какой-то у нас сегодня этот лайтовенький аниматроник попался. Хитрозадый. Ну? Я буду тут сидеть, я боюсь выходить. Ты, давай, вылазь там. Не, я боюсь, Серега. Да ну блин, ну закрой дверь. Да ну закрой, он идет. Ой. Серега, он идет ко мне. Слышь, да? А я маску одену. Заходи, давай, выйду. А ты заходи. Заходи. И открываем двери ему. Подождите, как... О! Так... Короче, надо, чтобы аниматроник в шкафчик заглянул. Вдруг там кто-то сидит. О, Серега сидит. Он не убивает. А как аниматроник открывает шкаф? Ну не знаю, вот такой умный, запрограммированный, через Nokia. Ходит возле нас. Закрывай. Он остался здесь. От жопа, а? Ходит. Укусит его за жопу. Есть, я закрыл. Ой! Ну, Серега, ну блин. Ну, меня замочил как-то странно очень. Укусил за жопу Диму. Да нет, думал, он вышел. Что-то был уверен, что он вышел. Так, ну что, давайте сделаем немножко веселья. Теперь мы берем оружку. Ну чё, где ты? Иди сюда. Ну ладно, это я была пробная. Хоть пару пулек-то всадил я в тебя. Серега, наказывай его за меня, пожалуйста, убей. Так, давайте возьмем пригвоздитель, и мы его пригвоздим. Ну что, иди сюда. Я его пригвоздил, Серега. Где он? Иди сюда. Сюда. Дим. Вот он, вот здесь вот он. Вот он. Мочи его. Отлично. А, он тебя убил? Косячник. Я ему, Серега, не дам выйти. Я буду пригвождать его до последнего. Сейчас. Он хочет меня убить, но не получается никак. Мочи его. Давай, нагибай его. Опять убил, Серега, это что он такой негодяй? Ты что, решил свалить? Я тебе не дам. Ого, это было больно. Темка решил сегодня наказать меня. Че, пацаны, вы его сейчас упустите, а я не дам, я и бегу. Ой, не туда забежал. Все, это... я его зарезал. Зарезал? Зарезал. Получается, что у нас аниматроники слабые оказались, а? Давай, иди сюда, щенок. Ой, Серега, это ты, блин. Спасибо. Да я испугался, думал, то он уже невидимый. Я его пригвоздил зато. Да, молодец. Сейчас мы его накажем. У нас есть некоторое время, чтобы его выиграть. Так. А где он? Это я, тихо. Это ты, это... А где он? Он в другой комнате. А, точно. Тема, уйди. Я его пригвоздил! Да ты задрал мочить, а? Смотри, что делает, Серега. Ты его не пригвоздил, Дима. Ты его не пригвоздил. Не пригвоздил его? Да. Да ты бомж!
Хорош издеваться над добрыми людьми честными. Серега, ты пригвоздил? Нет. А я пригвождю сейчас. Че, я его ножиком порезал, ему пофиг? Там бомбы Серега положил, там должны бомбы взорваться. Давай, они отлежали, я даже не возрождаюсь, хочу посмотреть, как все умрут. Где она? Вот бомба. Он тебя убил. В теньке бомбы лежат. Он охраняет их, он их не пускает, чтобы никто не убил их. Сейчас я ему, блин, поохраняю. Где там админский петух? Давай, Сережка. А, вижу. Видишь бомбы, вот. Ай-яй-яй. Так, вижу семку. Вот бомбы, да. Отлично, молодец. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Дима, Серега, кто-то и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас FNAF 3, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Сегодня Серега будет аниматроником, а мы с кто-то и Роркой будем охранниками. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Включаем свет. Эй, ты что там шелестишь? Игровые автоматы. Я помню, на этой карте мы играли прятки, было очень прикольно. Mm-hmm. Кого-то красный свет. Ты помнишь, да? Когда мы кого-то не могли найти долго. А, меня я вроде на автоматах там шкерился, сидел. Так, а на улице день. А там очень темно, в самой пиццерии. Оптимизировано пиццерии, мы играем восьмером, вообще четко все идет. Так, как всегда, Гаррис Мод на высоте. Но не все карты. Так, пацаны, вы слышите эти звуки? А ну идите сюда, сакуны. Плохо нет такого оружия, которое бы простреливало полностью все стены. Или есть такое? Ну, мне кажется, есть. Знаю. Есть. Надо отдельные аддоны качать. Я дверь закрываю. Есть, мы успели, пацаны. Мы сделали обход и успели. Так, у нас тут экран, мы видим, что происходит. А, там наш кентуха. Ну что, извини, ты на расход пущен. Так, наблюдаем, что они делают. Ого. Они превратились в агрессивных. Это другой режим. Ого, он бешеный, Фокси. Ты чё тут бегаешь? Так, убежал. Какой-то психованный. Приходит и... Нет, это убежал. А вот и я, Димас. А я ж не знаю, где ты. Ах ты ж лоб. А, блин, да как ты такой быстрый? Всех мочишь и своих. Давай. А по своим? Это знаешь, как Серега называется? Free Fire. Обстоятельства. Отвали от нас. Ой, я все жму подряд. Какой-то звук странный издают они. Так, красное это закрыть. Все, я понял. Слышите этот звук? Так, охранники сваливают. Вы что, уходите отсюда? Так через вентиляцию? А кто там орёт? Такой звук, как будто вентиляция орёт. Так. Идём. Господи, Диман, ты это лучше не видишь. Я вижу этого челепиздрика. Мочи его. Так, он прикрывает этот проход, мы идем дальше. Нифига себе, он там валит жестко вообще. У тебя что там этот, бесконечные пули? Так, Фокси убил нашего. Но нам все равно, мы продвигаемся. Никого нету, все четенько. Так, давайте пока оружие возьмем мощнецкое. Ой, я сам себя прикончу. Так бывает. Возьмем не читерское оружие, а монетку. Димас, ты где? Пошли играть. Так давай погуляем, чего ты? Сыкаешь, что ли? Я тебя ищу. С тобой погулять хочу. Погуляешь. Так. Мирорка обстоятельств. Классная отмазка. Серега, только не будь невидимым, не будь сыкуном вонючим. Я не невидимый. Не невидимый. А у нас Фокси. Это было жестко, я тебе скажу. Ого! Оно что, простреливает стены? Ну нафиг. Ах ты. Сколько монетка у тебя, сколько жизни было?
Ты мне с двух ударов убил. Вот, это прикольно, мне нравится. Ну чё, напугать меня не можешь ты уже? Ты уже не такой деловой. Сейчас напугаю тебя. Так никто не может, только я. Ну это мы посмотрим. На секунд. Блин, дверь за кто-то закрыл. А, это ж мы ушли. На! 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 В живот прям! А, с ножа меня зарезал! Я буду мстить. Я буду очень сильно мстить. У вас тут камера упала. Случайно, да, еще скажи? Да, по обстоятельствам. Ты что тут делаешь, говно? Блин, просрала монетка моя из-за того, что тут мои. Ты что сидишь, отдыхаешь? А ну-ка, пацаны, не подходите до двери только. Давайте вот так попробуем жахнуть. Так, Ерорка, давай нашу тактику. Какая, тактика крысы, что ли? Иди сюда. На, убил. Красава я. Пу. Извини, Фокси. Пу. У нас тут война идет жестко. А, просрала, да как? Давайте вот так встаем. И стреляем в проход все втроем. Жопа! Блин, прикольно получилось. Стеной встали. Стой, стой. Я свой. Тихо, 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 тихо. Он где-то здесь сейчас вылезет, этот говно. Ты чё орёшь на меня? Пугаю тебя, засранец. Давай, давай. Испугай нового человека. Пацаны, отойдите. Отойдите все от окна. Отойди от окна. Почему она просирает? Да почему она просирает? Почему? Потому что ты бэт. А, меня заморозил какой-то чудикс. А, не надо. Ой-ой-ой, это было сильно. Молодец, Димас, своих убивай. Ай, больно. Да, блин, просирает монета. Ах ты, серьезно. А, я узнал, кто, оказывается, кидает в нас своими ледяными какашками. Кто? Это вот ваш кто-то. Правильно и делает. Я буду огненными какашками кидать. А, извинись. Так, пацаны, давайте возьмем что-нибудь посередине. А что это у нас за оружие? Во, я же скачал мод новый на оружие, не использовал ни разу его. А ну. Офигенный мод. Мне подписчик какой-то порекомендовал его. Димас. А вы куда ушли? А, ты вот там вот, говно. Ладно, ладно, убил. Ладно, отступаем, аниматроники. Ого! Вот это сильный аддон. Вот это у него отдача. Вот это мне к стене прижимает аж. Пацаны, ну что? Как вам автомат? Очень офигенен. Офигенный мод. Хочешь скажу, как называется? Давай. CP Base. CPT Base. Вот это он сжигает, аж шипение идет. Ой, я слышу, ты взял его. А, это я. Прости. Обстоятельства, я понял. Пацаны, давайте как-то да, стеной становимся и гасим его. Мочите, мочите. А, аккуратно, аккуратно. А. Козырь в рукаве. Ну что, я иду. Терминатор идет!
блядь. Это жесть, что мы тут устроили. Надеюсь, вам, ребята, нравится. Вы поставите лайки, подпишитесь на канал. Потому что реально ролики каждый день. Мы стараемся сделать какой-то вакханалию постоянно. Блин, классный мод. Он мне нравится. Да ладно, я проверял это оружие. Мне интересно, как оно стреляет. Вот это что у нас? Во. Сидим, да? О, прикольно. Ну, а, Серёжа. Жлобс. Не подходи, я псих. Я тоже. Так, пацаны пока там стреляют, я здесь пойду. Он не бросает меня. Нас сразу с одной пули вынес. Вообще псих. Никто не пройдет эту вентиляцию. Кто? Ну... Я слышу. И такая тишина, да, пацаны, сразу? Так. Фух, слава богу, затишье реально. Эй! Эх! Это не атомная бомба, это ион. Пацаны, все, пошла жара. Ионные бомбы в действии. Я понял. Бу. И еще одна. Ребята, это просто ничего не видно. Как всегда, эпический взрыв для вас. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, редиска, бульбазавр, Андрюха. Как всегда, очень много подписчиков, пацаны. Девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Здорово, пацаны. Всем здорово. Давно у нас не было рубрики «Аниматроники пугают охранника». Пацаны, бегите в свой офис, можете строить себе там двери мощные, а я буду вас пугать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А я беру аниматроника и иду к пацанам. Но очень медленно. Так что у вас есть время все там построить. Все, погнали. Я буду делать бабушкины калитки. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Все, я пошел. Очень медленной походкой. Двери, да? Слышно, да, меня? Я иду. Ну да, ура. Ну вы слушайте, не пускайте, главное, меня к вам в офис. Это ты зря. Ого, что это за звуки? Это я строю. Аниматроники могут через вентиляцию. Слышно вам? Да, да, да. Что ага, я делаете? Могу быстро медленно ходить. Так еще двери сделать. Так, а я иду к вам. Господи. Так, давайте сюда сходим. Немножко темноватая пиццерия. Но в этом есть прикол, антуражно. А кто тут ходит? Типа. Застроили. Зря. Господи, страшно. Ну а что ты хотел? Бульбазавр, то я тут изучаю аниматроников классных, он мне ножичком в спину. Решил маньяка туда сыграть нам. Да. Хорошо. Испоганься. Дидись. Это дверь. Дайте им уйти. Так. Так. Боитесь? Хорошо. Я нет. Сейчас. Я тоже нет. Ой. Ой. Ой, упала. Я слышу такой звук. Я кого-то слышу. Я вот тут нишу. Слышно? Да. А! Отлично, я вам отомстил за тот раз. Так. Ну, это строить нормально не могу.
Вы какие-то что, арахиты, как и я? Я там с тем. Так, так, так. Стрёмно. Так, я понаблюдаю из-за окна, как вы строитесь. Да, Спайдермен, кстати, это, спиной бегает вперед. Это не странно? Это лунная походка. Так, отлично. Четвертый. Здорово. Че там, суетитесь? Так, пацаны меня сейчас найдут, я там за углом сижу. Ладно, я обманул, я в другом месте сижу. Я вижу конкретно, что в офисе практически никого нет, только Спайдермен. Спайдермот. Никого нету. Оно зашло. Бонька, Бонька смотрит. Смотрит, где же Димка заныкался? Нема, нема. Бонька, ищи меня лучше. Вышел. Вернулся. О, на картофанах Бонька сидит. Да он в офисе 100%. На тебе, ты чё тут не умный сильно или что? Да, я понял. Алло, на! На! Да? На! Я пошел, прощайте. А где он? Где он? Сидел все время. Слышишь? Да блин. Это прикольно, мне нравится. Так, сейчас мы тут пост... Ладно, давайте видимым стану, чтобы вы видели меня. О, я через предмет ты пыхнулся, это было мощно. Меня не видно, я спрятался. Решили использовать читерское оружие. А ты меня не вижу. Короче, я беру меня. Вы своих пригвождаете, что вы делаете? Димас, у меня анимация... Блин, как же тут пройти? Ой, исчезай. Я застрял. Бывает. Все, другого аниматроника беру, потому что у этого 100 тысяч жизней. И скорее всего, что в этой серии вы меня не сможете убить. Давайте возьмем какого-то вообще легенького. Давайте чисто по приколу, чтобы было весело. Давай, убей меня. Я потом позову своего батю. Все. Я своего батю зову. Сейчас, я сейчас. Да-да-да, у меня батя есть, он очень злой. Своего батю сейчас. Не-не-не. А я иду, ой, иду. Пацанчиков мочить. О, я уже понял, какой батя. В пиццерию заходить. Бонни. Ладно, батя Бонни убежал. Ты же видимый? Видимый, видимый. Я всегда видимый. Кстати, Лефти не может быть невидимым. Ничего себе, батя. Батя злой. Вы моего сына убили, конечно. Если ты позовешь, убьешь этого, я позову дедушку. Все, я деда зову. Дед еще злее, чем я. Я сейчас услышала дедушки одну. Кстати, прикольно, сюжетка у нас целая. Так, дед. Кто у нас тут дед? Есть у нас дед. Сейчас. Во. Старый, поломанный и походка, как у деда. Все, он идет. Ну, дед непростой. Дед может ставать невидимый. Блин, опять? Опять невидимый. Ну что, вы где? Вижу. Я понял, кого он был. Привет! А, нет. Это дедушка пришел. Агрессивный дед. Очень дед злой, очень. Дед... Есть злая бабка, а есть злой дед. Дедушка, это ничего не принесли, да? Я уж сказал, что вы зря обидели моего внука. На тебе. Давайте, мочите меня, у меня 8 тысяч жизней. У вас, скорее всего, не получится. Угу. Может, ту монетку, знаешь, куда засунуть? Ну, да. Да. Пользоваться научись ею. Победа должна быть на нашей стороне. Ага. Сомневаюсь.
А, блин, застрял в этой калитке. Ты где жирная жопа? Ты чё, я не жирная жопа? Я худая жопа. Он где-то на улице не видел. Улица. Я его ноги. Я тут пистолет. Ай-яй-яй, больно! А, вот так, значит. Буду тебя выслеживать тогда одного. И мочить. Не буду, девочка. Ребят, где он? Как это не буду? Конечно, буду. О, давайте, я должен, короче, зайти в пиццерию и заложить бомбу там. Так, сейчас. Кого? Бомбу заминировать, короче. Это Counter-Strike, только с аниматрониками. Аниматроник-террорист? Да. Давайте, а вы контртеррористы. Так. Я скажу, когда бомба будет заложена. Так, выбираем бомбу. Да помощнее. Не понял. Ждите взрыв с крыши. С крыши? Да-да-да, с крыши, потому что так вас точно убьет. Вы это слышали? Да. Я упал бомбу. Нет, ну вот это где зря. Бомба? Где бомба? Бомба? На. Нет. Я живой, кстати. Нет. А, нет. Ты умер. Такое тоже убивает. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать ему ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!